Здравствуйте! В этой части мы продолжаем с вами работу. 15. Мы с вами завершаем наш ряд, выполняем последний столбик без накида, вводим крючок в первую воздушную петлю подъема, выполняем соединительную. Ряд завершен, и мы смотрим, что у нас с вами получилось. Вот такая у нас пинеточка с вами получается красивая. И мы приступим к выполнению следующего ряда. Для этого мы с вами выполняем одну воздушную петлю подъема и будем провязывать столбики без накида. Обратите внимание, в этом ряду мы с вами будем не довязывать 2 петли. Не 3, как ранее, а именно 2. Обратите на это внимание. Выполняем. Вяжем столбики без накида и не довязываем 2 петелечки. Давайте провяжем наши столбики аккуратненько. И не довязываем 2 петли. Выполнили. И теперь мы с вами эти 2 петелечки провязываем вместе. То есть вводим крючок, выполняем столбик без накида незавершенный и вводим крючок сюда. И теперь мы с вами провязали 2 столбика без накида с общей вершинкой. Далее очень внимательно мы с вами выполняем под первый столбик предыдущего ряда с 2 накидами. Выполняем выпуклый столбик без накида. Все столбики мы с вами будем выполнять выпуклые. Далее выполняем выпуклый полустолбик. Далее выполняем выпуклый столбик с 1 накидом. Далее провязываем столбики с 2 накидами, 6 штук провязываем. Ищем наши столбики предыдущего ряда, вот они у нас с вами спрятались, и провязываем столбики с 2 накидами. Первый, второй, третий. Четвертый, давайте четвертый перевяжем немножечко, у нас ниточка с вами расслоилась. Четвертый, пятый, и последний шестой столбик с 2 накидами. Напомню, все столбики мы с вами вяжем выпуклые или лицевые. Далее выполняем столбик с накидом. Выпуклый полустолбик и столбик без накида. И далее мы с вами, как и с другой стороны, провязываем 2 столбика вместе, ничего не пропуская. И далее вяжем столбики без накида до конца ряда. Но мы с вами остановимся и посмотрим, что у нас с вами получилось. Выполняем столбики без накида до конца ряда. Мы с вами завершаем наш ряд. Выполняем столбик без накида последний. Вводим крючок в первую воздушную петлю подъема. Выполняем соединительную. Наш с вами ряд завершен. Нам нужно с вами отрезать ниточку. И мы сейчас посмотрим, что у нас с вами получилось.
Давайте посмотрим. Вот такая у нас с вами пинеточка получается. Носочек мы с вами уже сформировали. И теперь нам нужно сформировать такой элемент в виде, давайте назовем его язычком, или просто такой элемент, который нам необходим для нашей застежечки. Для этого мы с вами, наши с вами вот коса и выпуклые столбики, мы отсчитываем первый, второй, третий и четвертый выпуклый столбик. Или можете себя проверить, это 6 столбиков с двумя накидами выпуклые. Мы над ними с вами будем работать. Мы вводим в него крючок, верхушечку этого столбика, привязываем рабочую нить. Выполняем 3 воздушные петли подъема. Выполнили. И далее выполняем 5 столбиков с одним накидом. В следующую петелечку вводим крючок, выполняем один столбик, далее в следующую второй, третий, четвертый, пятый. Можете себя проверить, у вас должно остаться 1, 2, 3, 3 столбика выпуклых. 1, 2, 3. Выполнили с вами все верно. И теперь мы с вами работу разворачиваем и в обратную сторону выполняем ровный ряд. Выполняем 3 воздушные петли подъема, накид на крючок, верхушечку первого столбика пропускаем. Далее провязываем 5 столбиков с одним накидом ровно. Последний наш столбик будет выполнен в воздушные петли подъема. Вот наша петелечка верхняя. И мы в нее выполняем столбик с одним накидом. Работу разворачиваем и выполняем еще 2 таких ряда. Всего у нас должно быть 4 ряда столбиков с накидами. 2 мы выполнили, 2 остается еще связать. Мы с вами выполнили 4 столбика с одним накидом. Ниточку можно обрезать. Обратите внимание, я ниточку оставила немножко подлиннее. Сейчас объясню, зачем. Вот давайте посмотрим, хорошо видно. Их 4 ряда. 1, 2, 3, 4. И теперь нам нужно с вами подшить вот таким образом. Подшиваем мы с вами. Вот хорошо видно здесь. Такой у нас с вами верхушечки столбиков. Их хорошо видно. И вот к центральным 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Нам с вами нужно взять и просто аккуратно иголочкой подшить наш элементик. Сложить пополам и подшить. Мы с вами выполнили наш элемент центральный для застежечки, подшили его таким образом. И теперь у нас вот хорошо видно, есть место, куда нам вставлять нашу застежечку. Хочу напомнить, что ниточки нужно убирать сразу по ходу работы, потому что пинеточка маленькая, и это потом просто будет неудобно вам делать. И теперь приступим к выполнению самой застежечки. Поскольку у нас с вами ножички разные, правая и левая, то на правом ботиночке мы с вами будем отступать с одной стороны 4 петли. 1, 2, 3, 4. В пятую петелечку будем вводить крючок и начинать выполнение нашей застежечки. А на другом ботиночке, на левом, мы будем то же самое делать с другой стороны. Приступим к выполнению. Отсчитываем. 1, 2, 3, 4 петелечки отступаем. В пятую вводим крючок. Я ее намечу. Работу мы с вами развернем, потому что выполнение здесь будет начинаться с изнаночной стороны.
вводим крючок и присоединяем нашу ниточку. Выполняем воздушную петлю. И далее выполняем столбики без накида. Не довязывая с другой стороны 4 петли. Таким образом. Выполняем столбики без накида аккуратненько, не спеша. В каждую петелечку. Так мы с вами выполняем столбики, не довязывая здесь 4 петли. Мы с вами выполнили ряд столбиков без накида на пяточке. Напомню, отступили здесь. У нас свободных осталось 4 петли. И здесь обязательно себя проверьте. Раз, два, три, четыре. Хорошо видно. И теперь мы с вами выполняем цепочку из 15 воздушных петель. Провязываем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать. Выполнили. Разворачиваем работу. Выполняем одну воздушную петлю для перехода от одного ряда к другому. Вводим крючок во вторую петлю от крючка. Видите, вторая петля. И выполняем столбик без накида. И теперь в каждую петелечку мы с вами провязываем столбики без накида по всей длине нашей цепочки. Таким образом аккуратненько мы по всей длине нашей цепочки провязываем столбики без накида и вяжем столбики без накида до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда столбиков без накида. И давайте посмотрим, как мы его завершаем. Мы провязываем столбик без накида последний. И еще у нас с вами остается одна воздушная петля подъема. Ее мы обязательно должны провязать. Вот такая она у нас с вами плотненькая получилась. Вводим крючок и обязательно ее провязываем. Выполнили. Далее работу с вами разворачиваем, выполняем одну воздушную петлю подъема, пропускаем первый столбик, верхушечку первого столбика, следующий вводим крючок и выполняем столбик без накида. И так вяжем столбики без накида по всему ряду и по всей нашей провязанной цепочке. Мы с вами завершаем выполнение нашего ряда столбиков без накида. И нам остается провязать еще два столбика. Обратите внимание, мы провязываем последний столбик без накида, который был у нас в предыдущем ряду. И воздушную петлю мы с вами не провязываем, которая у нас была выполнена для перехода от ряда к ряду. И теперь приступим к выполнению петелечки. Выполняем 4 воздушные петли. Вводим крючок в воздушную петлю, которая у нас провязана столбиком без накида. Первая воздушная. Аккуратненько. Выполняем соединительную. И здесь я немножко хочу остановиться и рассказать. У нас, опять же, я хочу подчеркнуть, один ботиночек левый, один правый. Поэтому в этом ботиночке мы с вами нить обрежем здесь и привяжем ее вот в этом месте и начнем выполнение рачьего шага. А в том ботиночке, который уже у меня готов, мы с вами выполнение рачьего шага можем начать уже именно с этого места. Давайте я вам покажу и потом распущу и перейду на выполнение уже этого ботиночка. То есть на правом ботиночке, который готов, выполняется так. После петелечки мы выполняем с вами
воздушную, подтягиваем и начинаем выполнение рачьего шага. Под воздушную петлю, под арочку из воздушных петель, точнее, мы с вами выполняем 5 столбиков без накида. 3, 4, 5. И далее выполняем наши столбики, верхушку каждого столбика. Вот таким образом. Напоминаю, так мы с вами выполняем на нашем правом ботиночке, который уже у нас готов. А в нашем случае мы здесь нить обрезаем. Затем ее уберем. И в этом месте нить привязываем и начинаем работу. Захватываем. То есть вводим крючок уже в провязанный столбик. Выполняем воздушную. И теперь выполняем рачий шаг. Берем поудобнее. Выполняем столбик без накида в обратном направлении. Первый. Далее выполняем следующий. Второй. И теперь верхушечку мы выполняем. Раз и два столбика. И далее верхушку каждого столбика мы провязываем по одному столбику рачьего шага. Вот таким образом. Аккуратненько, красиво, не спеша мы провязываем с вами наши столбики рачьего шага. Мы завершаем выполнение рачьего шага. И давайте посмотрим. У нас остается последняя верхушечка. Последнюю верхушечку остается провязать. И теперь в петелечку, как я и говорила, провязываем 5 столбиков рачьего шага. Раз, два, три, четыре. Еще раз пятый выполним, немножко наша ниточка расслоилась. 5. И здесь мы с вами должны ниточку обрезать. Выполняем соединительную, вытаскиваем ниточку. Нити надо спрятать. Нам остается с вами обвязать нашу подушку теперь рачьим шагом. Давайте посмотрим, как это выполняется. Мы на пяточке выбираем абсолютно любой столбик, вводим крючок, вытягиваем рабочую нить, выполняем воздушную, немножко подтягиваем. И теперь аккуратно, не спеша, выполняем рачий шаг, то есть столбики без накида в обратном направлении по всему контуру нашей подошвы. Провязываем каждую петелечку аккуратненько, вот таким образом. Так выполняем с вами до конца ряда. Мы с вами завершаем наш ряд, выполняем последний столбик без накида в обратном направлении. Вот таким образом. Завершаем ряд. Захватываемся по изнаночной стороне за ниточку первого столбика рачьего шага. Протягиваем рабочую нить. Нить можно обрезать. И давайте посмотрим. Мы с вами обвязали подошву по контуру. Нам теперь нужно с вами убрать ниточки и пришить пуговичку к нашей пинеточке.
Мы с вами научились сегодня вязать красивые пинеточки, ботиночки. И давайте посмотрим, какого размера у нас с вами получился наш ботиночек. Наш ботиночек получился 11 сантиметров. Давайте посмотрим, как наши пинеточки будут смотреться на ножках. Творческих вам успехов!